3, 4, 5, 6, 7, 8. Маловато, блядь. 9. Сейчас если доктор где-то получит. А есть там, да? Сколько вам надо номеров? Человек 12 хотя бы. Вот как раз все пенсионеры. Все а я что и про то и говорю. Все, то малоходящий пенсионер. Я поэтому с молодой туда иди. Да, конечно. Иди сюда. Все. Мне все. Самый дальний край. Не надо. Потом ребята, ребята, чуть-чуть. Минутку. Народу еще целая куча. Всем привет! 10 декабря. Законная охота. Гвардейское охотхозяйство. Народу прям видели сами целая куча. Олень, лось, косулю сегодня. Что будет, пока непонятно. Потому что, повторюсь, законы очень длинные будут. Где-то 2 по 800 на 800. Наверное, часа полтора-два буду на номере стоять. Народу миллион. Желающих походить дофига. Лесу снежок тоже неплохой, как и вчера. Как говорится, что будет, то будет, то покажем. Но шансов при таком количестве ничтожно мало. Но что будет, то будет, ладно. Включимся. Если будет что-нибудь интересное, надеюсь, будет. Продолжаем. Молодцы. Загонщики, все туда! Направо! А вы все равно УПУ был или там? Не, здесь через номер. Говорят, по рации наш коллектив. А? Наш коллектив вроде по рации сказали, 21-й. А что, стрельнули что? Да, козла, да. Козла. А номера куда сейчас сбор? Пошли. Поздравляю, иди. А. Ну, что, надо подождать, закроют. Да. Хорошая кадушка. Дальше, конечно. Где бумажка наша? Да, должен. Полисеева? Они могут здесь выращивать. Там, блядь, видно. Да, Коля. Закрыли нашу лицензию.
Думаю, мы туда можем. Я не видел вообще ничего. Лаял от меня. Ну что, хули поздравлять? Качать героя. Что взял? Больше ничего нет. Два выстрела. Ну того, оба его были, да. Вот там. Вы там, да, там хорошая просьба. Пойдете вот на левый, получается. Да, да. Ну там она, это, да, короче, смотрите, последний, у нас это третий загон будет. Это мы будем брать, где высоковольтка идет. Так, мы опять впереди. Олег, это будет сначала левая боковая, а потом правая боковая. Я чаже была, что за фигня. Я не знаю, как выражать свои эмоции, чтобы никого не обидеть из себя. Какой-то пиздец. Какая-то херня, блин. Ужас. Жопа. Капец. Хер знает, что такое, почему я бы не попал. 15 метров. Стоячая почти. Бля. Ебучие рога, блин. Что еще сказать, я же не знаю. Тут есть патрон, когда мы отобрали. Потому что здесь я вроде как... Такое ощущение, что... Я не знаю. Вы, наверное, все видели, я пока еще ничего не видел, блин. Но как-то он не сильно быстро бежал. Потом здесь языком наружу. И... Так медленно, там остановился. Хочется надеяться, что это был именно подранок, его добрали. Потом подойдем, посмотрим, если его взяли. Если две раны, значит подранок. Если нет, то значит я, как всегда, блин, индийский стрелок. Ёкарный бабай. Слов нет. Слов... Близко совсем.
кто это стреляет? Виктор, сейчас в твоей стороне там где-то выстрел. Да, прям рядом. Для меня рядом. Вот моя вторая пуля. Его можно на дерево куда-нибудь подвязать повыше. Потом обратно. И вот пуля пролетела. Перебила палочку. Тоже попадания не было второго. Контейнер. Крови нет, значит не попал. Значит не попал. Вторым тоже не попал. Так же, как и первым. Первым не попал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 14, 15, 16, 17, 18 шагов. Сука. Мазила, бля. Опасно здесь. Сапог остался. Жестко. Глина, блин. Ну что, прошел третий загон. Коля Козлика взял, не знаю. Я, конечно, уже напишу вам, чей это был первый выстрел. Мой или кем-то еще. Но Козлик добыт. Закрыли сегодня две лицензии. Сейчас поедем, надеюсь, пожарим печеночку. Очень надо надеяться, если даст погода. Стемнеет нынче поздно, точнее рано. Сейчас не знаю, сколько времени, часов нет. Поэтому, если все у нас получится, захотим мы это сделать, увидимся на печеночке. Если нет, тогда до скорых встреч. Увидимся. Новый год еще. Охота есть. Как минимум штук 6-7 еще будет. Очень хочется на это надеяться. Так что до встречи. Так, а печенку кто-нибудь будет резать, Ром? Сначала я лук поджарю. Потом печенку. Наконец-то. Еще надо? Нет, где достаточно. У нас маленькая печеночка. Потом две луковицы достаточно. Голову выбрасывали, там где-то есть пакет. Найдем. На столе? Твои на столе лежат? Да. Вот конечно. С той стороны стола. А, вот. Маленькая. Пошел. На шестерых одна печеночка, так, чисто понюхать. Ну, не в ней. Да. Ищи мясо. О, видишь? О, да. Вот тогда живем. Но. У нас две печенки. Офигеть. Я думал, одна всего, вторая разбитая в хлам. Это с маленькой. Не накладывай, Коль, много, чтобы поджарить. Все, две печеночки. Понеслась. Душа в рай. Так, ну пойдет? Тихо. Давай. Потихонечку. Потихонечку ее. Да. Господища. Да. Огонь только сильноватый, конечно. А, блин, соль-то я посолить забыл. Ёкарный бабай. Солька. Немножко сольки. Хватит.
Огонь только тут сильноватый, конечно. Нам надо всего пару минут, к тройку, четверку. И все будет хорошо. Чтоб кровь вышла и все. Подарила моя бабушка. Сейчас сушить не будем. Нормально. Да. Не будем сушить ее? А? Сушить не будем? Так будем? Да не, а что ее сушить? Раньше козла он, блин, нафиг, порезали сыром. Посолили, поперчили. Она и сырая, как бы, съедобная. Но. Да ее только нагреть, блин. Угу. Рафировать, подожди. Этот момент надо выпустить. Да и стоит. Изумительно. Ну? Печенка заебись. Нормально? Ага. Отлично. Самый раз. Это хорошо. Лами хлебушка. Вкусного. Прожарилась. Да вообще, вообще. Нога мягкая вообще. Да. Главное, говорит, знать, когда ее вытащить. Это значит, можно пересушить потом, блин. Пересушено не вообще очень вкусно. Мясо. За Байкале тоже. Вот как костер разведем, на прутике печенку. Жик-жик. Чах, нормально. Да ну, на прутике, блядь. Да, здесь лук. Здесь, блядь. Вот ты же этот. С луком.